эфире Лидского телевидения информационная программа «События». Этот выпуск проведу я, Алексей Вадейко. Здравствуйте. И начинаем с анонса основных тем материалов моих коллег. На особом контроле мотоциклисты, пешеходы и пассажиры. ГАИ подвела итоги комплекса профилактических мероприятий. Творческий экзамен сдан. Коллективы Лидчины подтвердили звание «Народный» и «Образцовый». Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Глава государства обсудил с гостем перспективы сотрудничества и, в частности, предложил Донецку помощь Беларуси в восстановлении и нормализации жизни людей. В числе востребованных для региона направлений Денис Пушилин назвал сотрудничество с Беларусью в области сельского хозяйства и промышленности. Я думаю, Денис Владимирович, ты хорошо знаешь уже Беларусь относительно, поэтому я рад, что хорошее мнение сложилось о Беларуси. Но в то же время я хотел бы, что называется, с первых уст услышать ситуацию в Донецкой Народной Республике, если это возможно. На фронте, как у нас там дела, потому что центральный, так называемый, участок, он у вас там самый сложный. Идут интенсивные бои и севернее, и южнее, да, и в направлении Донецка, обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка? Чем мы можем помочь? Работы впереди очень много, надо восстанавливаться, надо промышленное предприятие возрождать, сельское хозяйство. Ну, в конце концов, люди там жить будут, это 100%. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать. Министерство труда и социальной защиты Беларуси информирует, что с 1 мая, в соответствии с указом номер 107 от 17 апреля о повышении пенсий, повышаются все виды трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. В результате перерасчета размер трудовой пенсии будет повышен на 5%. Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в мае составит 705 рублей и увеличится на 21% по отношению к маю 2022 года. Размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой, в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии. К слову, сегодня число получателей трудовых пенсий в стране составляет 2 миллиона 300 тысяч человек. Продолжаем выпуск. На особом контроле мотоциклисты, пешеходы и пассажиры. В целях своевременного реагирования на изменяющуюся дорожно-транспортную обстановку и учитывая благоприятные погодные условия, с 14 по 17 апреля сотрудники госавтоинспекции особое внимание уделяли водителям мототранспорта, уязвимым участникам дорожного движения, а также правилам перевозки детей-пассажиров всеми видами транспорта. Места несения службы ГАИ были приближены к зонам массового отдыха граждан и вблизи них, дачным поселкам и загородным дорогам. В данный период были проведены целевые рейдовые мероприятия. Отрабатывались населенные пункты в различное время. Так, 15 и 17 апреля были проведены отработки населенного пункта Березов-Калицкого района и микрорайона Молодежный города Лида. 14 и 16 апреля рейдовым мероприятием была подвержена автодорога границы Литовской республики Лида-Слоним-Бытень. Всего за время данных мероприятий было выявлено 66 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей. Наиболее распространенными нарушениями остаются отсутствие допуска к участию в дорожном движении, игнорирование обязательного пристегивания ремнями безопасности, перевозка юных пассажиров легковым транспортом, а также технические неисправности транспортных средств. В течение трех дней из разных культурных объектов Лидчины доносились звуки музыки. Причиной тому стало выступление музыкальных коллективов региона на подтверждение наименований «Народный» и «Образцовый». Творческую аттестацию проходили 40 именитых составов Лидского района, среди которых оркестры, хоры, студии, клубы по интересам, театры, вокальные и инструментальные ансамбли. Все ли отстояли свое высокое звание, расскажет Анна Войтулевич.
Личина музыкальная представлена 55 творческими коллективами. 21 из них образцовый, 31 народный, а 3 и вовсе удостоены почетного звания «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь». Народные и образцовые коллективы подтверждают свое наименование раз в 3 года. У исполнителей есть 20 минут, чтобы продемонстрировать аттестационной комиссии всю многогранность своего творчества, сразить талантом и тем самым доказать, что они достойны носить это почетное звание. Очередную проверку на прочность предстояло пройти 18 образцовым и 22 народным коллективам Личины. Творческий экзамен в Лиде длился 3 дня, и каждый оказался насыщенным на выступление. Удивляло и многообразие лидских талантов. Так, в первый день перед аттестационной комиссией предстали актеры, литераторы, инструменталисты, вокалисты, танцоры и даже знатоки средневековых обычаев и традиций. Народный клуб рыцарских искусств и средневекового моделирования «Диэс Магна» Лидского районного центра культуры и народного творчества был основан в 1998 году. Звание «Народный» получил спустя 9 лет. В этом году подтверждал его уже в 5-й раз. За 2,5 десятилетия в клубе неоднократно менялся состав его участников, формат и концепция. Вот и сейчас, после очередного аттестационного экзамена, коллектив ждут изменения. Теперь он будет называться «Народной студией истории и искусства средневековья и раннего возрождения «Дама сердца». Сегодня в коллективе 12 представительниц прекрасной половины человечества. По формату это своеобразный средневековый дамский клуб. Его участницы знакомят со светской жизнью тех времен, рассказывают и демонстрируют обычаи, игры и забавы, наряды и прически дам средневековья. Из средневековья в современность. Здесь яркие костюмы, зажигательная музыка и оригинальные номера. Все это продемонстрировали аттестационной комиссии танцоры из образцовой студии бального спортивного танца «Феерия Дэнс» Дворца культуры города Лиды. На сцену выходили как самые маленькие танцоры, которым всего по 4 года, так и старший состав студии. Всего в образцовой студии бального спортивного танца «Феерия Дэнс» сегодня 64 ученика. Они постоянные участники областных, республиканских и международных соревнований, с которых всегда возвращаются с призовыми местами. Высокий уровень подготовки продемонстрировали ребята и во время выступления на подтверждение звания образцовой студии. Направление у нас именно спортивно-бальный танец. Мы развиваемся в этом направлении на профессиональном уровне, поэтому мы готовим именно спортсменов, танцоров. Поэтому у нас вот только направление бальный танец. У нас есть маленькие ребята, это развивающие группы. Дальше у нас есть младшая группа, средняя группа и старшая группа до 16 лет. То есть пока ребята учатся в школе, вот они у нас занимаются. Покорили аттестационную комиссию своими хореографическими способностями и другие танцевальные коллективы Личины. На сцену Дворца культуры города Лиды выходил образцовый ансамбль танца «Катрынка» 15-й Лидской школы. Образцовый ансамбль танца «Веселая карусель» 9-й Лидской школы имени Андрея Нечипорчика. Ансамблю танца «Веселая карусель» 9-й Лидской школы имени Андрея Нечипорчика уже 20 лет. В звании образцового он существует 1,5 десятилетия. Основной концертной площадкой у юных танцоров остается их школа, однако выступают ребята и за ее пределами. Они постоянные участники республиканского конкурса детского творчества «Здравствуй, мир», областного фестиваля конкурса «Таленты при Нямоне», международного фестиваля конкурса «Новые вершины». Одним из последних ярких выступлений коллектива
коллектива стало участие в открытом региональном фестивале-конкурсе в Лиде «Хрустальный башмачок», где учащиеся 9-й Лидской школы заняли 3 призовых места. Занимаются у нас ребята с 1 по 9 класс. Всего в коллективе у нас сейчас 124 человека. У нас есть и подготовительная, и младшая, средняя, и старшая группы. Репертуар нашего ансамбля составляют игровые, детские танцы, но все-таки основа репертуара – это, конечно же, белорусские народные танцы. Ребята танцуют их с большой радостью, с большим удовольствием. А также мы ставим и русские народные танцы, ну и танцы народов мира. 8-й раз подтверждали звание народной артисты эстрадной студии «Лида Мюзикл» Дворца культуры города Лиды. Этот коллектив – один из самых известных и популярных в нашем регионе. А его номера – украшение любой концертной программы. В репертуаре вокалистов народной эстрадной студии «Лида Мюзикл» более сотни музыкальных номеров, большая часть из которых – эстрадные. Коллектив с 26-летним стажем работы на сцене знает, чем порадовать публику, и не перестает ее удивлять. Как и обычно, мы будем радовать своего зрителя, и хотелось бы новые какие-то проекты делать, то есть новые. У нас ежегодный концерт проходит, поэтому мы новыми сценариями, новыми интересными задумками будем радовать, новыми шоу-программами, новыми участниками, постановками, новыми костюмами. То есть вот такие вот планы у нас. Почти 40 лет на сцене радует зрителей своим творчеством народный семейный ансамбль «Парфенчиков» филиала «Бертовский культурно-досуговый центр» Лидского центра культуры и народного творчества. Первое их выступление на большой сцене состоялось в 1985 году. С тех пор гастрольная деятельность коллектива не прекращалась. Выступали они как в Беларуси, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. В 1994 году семейный ансамбль «Парфенчиков» получил звание «Народный», которое с гордостью носит по сей день. Нам нравится наше творчество, вот, и нам нравится петь, выступать, видеть эти прекрасные улыбки, замечательные аплодисменты вот, зрителей наших. Дарить свое творчество. Значит, наш репертуар состоит в основном из наших авторских песен, моих и моей сестры Зинаиды. Ну, она, сейчас по мужу внучку, а так она тоже парфенчик. Вот. И у нас, получается, где-то 3 поколения, разные бывают численные составы, 9, 10, 11 человек. Вот в сегодняшний день у нас уже вот 10 человек. Громко и музыкально было в эти дни также в Лидском государственном музыкальном колледже, Лидской детской музыкальной школе искусств и Лидской детской школе искусств. Звучала музыка и в Березовке. Здесь звание образцового подтверждали ансамбль танца «Крышталики» и студия эстрадного пения «Art Voice». Удивляли своими работами учащиеся образцовой студии изобразительного искусства «Палитра» Березовского городского дома культуры. Наименование «Народный» защищала мужская вокальная группа «Кронан». Лидский край, Лидская земля, она действительно очень богатая. Мы очень рады видеть всегда на городе Гродно, на областных мероприятиях. В принципе, каждый раз лидские коллективы всегда у нас на наших областных мероприятиях. Что касается сегодняшнего дня, то он, в принципе, завершает цикл нашего трехдневного командировочного такого турне, можно так назвать. Мы увидели достойнейшие коллективы, хорошие программы, достойный уровень. И вот, знаете, но, как всегда говорят, нет предела совершенства. Поэтому работать есть над чем, всегда можно находить новые площадки для работы, себя представлять. По итогам выступления всех творческих коллективов аттестационная комиссия дала положительную оценку каждому из них. Все 40 претендентов на подтверждение наименования «Народный» и «Образцовый» уверенно защитили свое звание. И тем самым еще раз доказали – Лидчина богата талантами. При оценке жюри всегда ставилась высокий балл, высокая оценка членов жюри. Конечно, жюри наше было областное в этот раз, все профессионалы. Ну и мне действительно приятно, что
Каждый творческий коллектив подходит к своей работе. Вы же понимаете, что это не просто так, вот профессиональный человек, который ведет эту работу, а это и люди, кто работают у станка, те, кто сегодня у нас и лечит людей, и те, кто работает в магазине. И это обычные учителя, не люди, не имеющие профессионального образования. Поэтому я благодарна всем нашим участникам коллективов и, конечно же, достойное подтверждение звания народной и образцовой. Творческий экзамен сдан, но это не повод расслабляться. Впереди музыкальные коллективы Личины ждут насыщенные репетициями будни и яркие выступления в праздники. А это значит, талантливые личане и дальше будут творить, радовать зрителей и покорять новые вершины. И на этом наш сегодняшний выпуск завершен. Корреспонденты Лидского телевидения завтра вновь расскажут о жизни региона в информационной программе «События». До встречи в эфире в среду в 19 часов. Хорошего вечера.